закончилась встреча «Русские витязи» и «Крылья Советов». Счет 1-4. И с нами Никита Гончаров, автор забитой шайбы «Русские витязи». Никит, что сегодня хватило? Я не знаю. Вроде вышли, как бы настрой был. Просто с начала периода удаления нас подвели. И как бы не выполнили именно установки тренера, которые договорились перед игрой сделать. И развалились именно в первом периоде. А остальные два периода, как бы я считаю, играли нормально. Второй выиграли. Ну просто как бы именно начало провалили полностью. Сегодня было очень много удалений у русских витязей. Это именно спортивная злость или какой-то перенастрой ребят? Это, я скажу, наверное, просто не концентрация, не собранность. Просто не собрались вначале, от этого пошли удаления, ошибки. И привело к 4 голам в первом периоде. Хорошая забитая шайба на твоем счету. Расскажи вообще, как сыграл? Да ничего особенного, просто защитник начинал атаку. Мы звеном полностью зацепились, перехватили. Гриша Храбский выдал отличный пас на пустые ворота. Там осталось замкнуть просто. И все. У нас, смотри, было 4 победы подряд. Теперь вот такой вот так обидно оступились. Завтра отомстим. Уверен, полностью отомстим. Давай, тогда удачи на завтрашний матч. Спасибо тебе большое за игру. Друзья, это хоккей, все бывает. 1-4. Мы сегодня проиграли, но завтра будет интереснее, завтра будет лучше. В 18:00. Все включаем телеэкраны, включаем свои смартфоны и смотрим игру «Русские витязи» и «Крылья Советов». А с вами работал Вячеслав Хамидуллин. Всем удачи и до встречи. Пока.